Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусную, аппетитную закуску на День Святого Валентина. Готовится совсем легко и быстро, а смотрится на столе просто великолепно. Два шампиньона нарезаем мелким кубиком, половину луковицы нарезаем также. Обжариваем лук до полупрозрачности, выкладываем грибы, солим, перчим, перемешиваем и доводим до готовности. У трех яиц срезаем верхушку и донышко для устойчивости и нарезаем пополам. Чайной ложкой удаляем желтки, выкладываем остывшие грибы, 2 чайных ложки сливочного сыра и все хорошо перемешиваем. Фаршируем яйца готовой начинкой. Посыпаем измельченным укропом и сладкого красного перца вырезаем сердечки. Нанизываем зубочистку на каждое сердце и украшаем яйца. Вот такая красота и вкуснота у нас получается. Готовится все несложно и быстро, а смотрится на столе просто великолепно и по-праздничному. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!